Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պիտի խնդրեմ ներկայանաք, ասացի Կրասնոդարից եք եկել։ Եկել եք հատուկ այս շարժմանը աջակցելու նպատակով։ Բարձիս Ամայակյան Ռուզաննա Բաբկինովնա, Կրասնодар քաղաքից, Союз Армян России, город Краснодар. Я там работаю как специалист по работе с беженцами. У меня сегодняшний день 457 семей в городе Краснодаре. Они у нас регистрированы все, у всех мы пытаемся помочь. У нас специалисты, юристы, с ними все волонтеры работают, помогают по работе. Иммиграционные... Иранка Арцахиценте ЕХАЭС. Բոլորը Արցախից են եւ ես ձեզ ասեմ 21 սեպտեմբերի 21-ից տեղահանված արցախցիներն են։ Союз Армян России, город Краснодар, всячески помогает, помогаем и бытовыми, материально, финансово, очень много моральной помощи. У нас в группе 457 семей уже, повторяюсь, с ними работает два юриста. Один по миграционным вопросам, один по поиску работы, специальный куратор по поиску работы. Два врача у нас, тоже волонтеры, что с утра до ночи. Мы им консультируем, у кого что болит, у ребенка, куда обращаться, как. И у нас два психолога, взрослый и ребенок. Хочу сказать, что на это очень большое внимание обращаем, потому что уже случаи были суицида. И мы уже как бы сократили все эти факты. С ними работают психологи, этими семьями, и, слава Богу, все хорошо обошлось. Сегодняшний день я другим работам, но опять-таки связано с этой группой, Арцах-группой, то, что я специалист по беженцам, да, работаю. По другим работам я приехала, и обязательно мне сказали, раз вы там, и я свой долг считаю от города Краснодара передать, что мы с вами, мы поддерживаем эту... как скажем, движение, скажем, мы сами тоже не знаем, движение, да, наверное, движение, потому что все времена показала наша история, что когда вмешивается церковь, что хоть будет, может мирным путем решиться этот вопрос. С этой борьбой мы с вами, с болью мы с вами, люди приезжают, помогаем, чем можем, конечно, мы им агитируем остаться здесь, в Ургаястане, Чкчана, потому что очень, мы знаем, что очень многие уезжают отсюда. Но почему-то Арцах приезжает к нам очень много. Я уже здесь, находясь вот за несколько дней, уже нескольких семей регистрировала, но пока я с ними не работаю, так как здесь нахожусь. Очень-очень много приезжают именно в город Краснодар. Может быть, то, что близко, может быть, еще то, что рядом, климат и так далее. Вот это хочу передать... свою поддержку, нашу поддержку, что мы с вами. Диаспора с вами.